четверка. И впереди еще двойка. Или впереди еще четверка. Ебать, а чё их так много? Лутай, лутай. Лутай. У меня прям близко. Пизда нахуй, ебать он, сука, гандон. Хилочка, очка тут нету нигде. Мне нужна хилочка. У нас шаги здесь в доме. Он стреляет через кусты. Мне тоже показалось это. А где аптечку можно купить? Вот тут на крыше бегает. С крыши. Сука, мне неудобно этим плечом пикать. Вижу, он так на крыше и сидит. Он в каких-то розовых причиндалах. Вот так и сидит на крыше. Не-не, забей, забей. Надо, чтобы он упал сюда. Сейчас упадет за тобой. Он зумит с АВП. Он так и зумит, не уходит. Ну где-то еще один чел. Ко мне бежит, по идее. Тот так и зумит, стоит, смотрит. Один у нас бежит. Сейчас ко мне будут выбегать. Он под его дом зашел. У него в руках, походу, пружи... этот, соска. Он к нам на крышу упал. Тот так и сидит, смотрит. Со спины может зайти. Все, упал. Я, у нас вот здесь надо этого забрать. Спине ебло. Он над нами стоит. Над нами второй этаж. Третий этаж. И тот тоже будет белый. Вот и моя малышка приехала. На, я аптечку одну скину. Блядство! Она ж пропала. Я где-то фиолетовую скар скинул? Ходит где-то. 72. Он где-то подо мной ходит. Пунька, пунька. Да, он сразу расщепился. Забирай желтую малышечку. Да, снедал. Ебать, тут эти курьеры нахуй. Тут две биги.
Антынка появилась? О, у нас антынка рядышком. Плешка, шпле. Чё, блядь? А? Что происходит? Что у меня с языковым барьером? Это лишнее. Володька, вам и птица, яйца, мед, снеговик надо? Ну вы как-то вроде уже научились с него стрелять. Ложись. А у меня золотой. Мяу. Кто не запей, тут банка есть. На, попей! Еще есть бига, я забрал бигу. Ты собираешь их? Берем. Как раз мы приедем к жетончику. А, нам придется выходить. Угу. После моста придется выходить. После воды. А у меня 4. Можешь кидать их прям тут. Все, у меня 3 биги. Тебе сапу надо поливать? А справа жетончик говна идет. Только непонятно, куда он вообще и цель его. Тут
Тут контрактик можно взять. Впереди заправка. Нормально, мы на пан. Он на крыше, высадка. Он на крыше здания. Подойдите ко мне. Молю, прошу. Помогите. Ради бога, блядь. А Тони выскочил, дурачок. На нас! Еще один под нами. Один под нами, последний. Где летел? Он на нас опять залез. Хорош. А где летел был все это время, блядь? Володя. Вот он и я. Четко. Тони, это твой вот этот вот мусор? Да просто такой хлам набор. Либо тебя обобрали. Нет, тебя там обобрали, там зеленое какое-то только лежал. Это лишнее, как говорится. Тут кошки есть. Я тоже заберу. А что такое вы? Тони, готов летать? Грузись. А, у тебя есть мопедик? А. А у вас есть опять мопедик? На острове два жетончика. Причем у одного явно больше, чем один жетон на руках. Кэшхэн требуется кому? То не надо кошка? У меня тоже 6 шариков и кошка. И 4 бункера. И 0 хила. Кто у нас будет медкидом? Погнали, клубный курортик. Вот это правильно. Ёбаный хандовод. Поехали в круг.
Тут гелика Вагина есть. Ну, мы же его лутали, алло. Это Фатинайт. Я успел. Тут не лутано вообще нихуя. Я вижу подарочек. Два подарочка вижу. Вот чтоб они в подарочек добавили, не знаю. Аэрку семерых. Тут яйцемет есть. Без физики вот этой новой. Нам надо эти машины 100%. Какать. Зажать анимацию. Нет, не анимацию. Зажать кнопку метки. Кнопка до метки. А потом со стволом. Зажать ее. И потом листаешь вправо. Но одна команда типов осталась, а вторая таких ботов. Они все еще на этом сидят. Поехали их поближе встретим. Они в куст сели. Он без брони, нокнул его, нокнул. Тачка к нам приехала, двойка максимум. Он вышел, он рассольник. Он рассольник. Ну, один приехал. В дома. Нокнул. Блять, импульс какая-то имба ебаная. Все, последний остались. Е. А эти... Эти бомжи, блять, умерли на острове, нахуй. А, так последнее, оно ж в кругу занято. Не, два штуки. Так вон он едет, алло. На мопедике. У кого импульска, выезжаем? У вас же кошечка есть. Кис-кис. Меня куда снизу хуярит. Ха-ха! Импуска ебаная. Хорош. 10 киллов, лол. А-ха, команда! Команда 415 работать будем сегодня. Ха-ха-ха! Ни одного бота не убил. Ноль помощи в устранениях, понимаете? Ноль. Я первый раз вижу такое. Делаю скриншотик. Делаю. Ать? Дисковорд скидываю.